Новый вид мошенничества появился на Камчатке. Ряд интернет-сайтов предлагает при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить наличие денежных выплат от частных страховых фондов. Помимо личной информации, мошенники также получают возможность обогатиться. На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев это порядка 100 тысяч рублей. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента. Возможно, есть и третий этап, но пресс-служба ПФР так далеко не заходила. Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные сайты и бережнее относиться к своим персональным данным. Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, а также в приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.